Украшай боевую технику в аниме-стиле, закидывай на броню Дакимакуру и сражайся в динамичных боях с топовой графикой на локациях по всему миру в бесплатном онлайн-экшене War Thunder. Качай игру на ПК, PlayStation и Xbox по ссылке в описании и забирай свою няшную подушку и другие крутые бонусы. Супер Банни Мэн. Если вы думаете, что это веселая, радужная, приятная на глаз игра создана для того, чтобы разбавить вашу грусть, то вы ошибаетесь. В этих цветастых костюмах прячутся санитары дьявола. Эта игра прототип 10-го круга ада. Она питается вашей надеждой и не отпускает, пока она не иссякнет до пустоты. А если нет надежды, то ты как будто бы живой, но сука, не живой. Но знаете что? Мы все это прошли. Мы погибали сотни раз, мы ели пот. Я видел космос, не покидая Землю. Я расщеплял материю задницы, и это видео про боль. Это видео про петлю принятия неизбежного. И если вам нравится наблюдать за страданиями грешных, то возьмите себе чего-нибудь вкусненького и приятного вам просмотра, больные ублюдки. Предстоит длинный. Что ты такой импульсивный? Ты же не знаешь, что тебя ждет впереди. Так я ж понимаю, что я не сразу пройду, правильно? Дай мне разведать. А вдруг с первой... Прям между шеей. Он тяжелый, ты плохо полетишь с ним. Тут эта штука. Охуеть! Стой, не двигайся! Держусь! Я как скалолаз! Я сейчас сам себя спасу. Нет. Ты падаешь, все плохо. Да, я упал. Не, дай мне самоутвердиться, сейчас я прям... Ни единого шанса спастись. Соснула! Лох, блядь. Это позвоночник. Он вышел через жопу. Давай, кто первый возьмет морковку. На скорость. Мы получим все три. Все три. Спокойно. Блядь. Я спокоен. Хорошо, что ты вначале сказал, что ты тоже можешь факапить. Оказывается, ты действительно можешь факапить. Безусловно. Просто в своих видео ты такой профессионал прям. Я подумал, что... Я не понял. Ты хочешь увидеть, насколько я скилловой? Ты сейчас посмотришь. Ни единой ошибки ты не заметишь. Я помогу тебе даже. Отпусти меня. У меня все в порядке. Помощь Ладно. Не требуется. Понял. Да. Роняй мне между сисек морковку, да. Уши. Уши не качал. Пропускал день ушей, дебил, блядь. Давай. Я, походу, не так вижу, как ты видишь. О, есть. Где она? Ага. Как-то сработало у меня. Она воткнулась в эту кирку. Морковка не может воткнуться. Да, ты че? Все, вынул. Оба. Хорошо, здесь нет выступов. Отлично. Это не так уж и сложно. Этот уровень мы тоже пройдем быстро, я чувствую. Да почему ты пытаешься полезть вперед меня? Ты же не знаешь, что тебя там будет ждать. Ты все собрал. Да ебать, да блядь! Все шипы. Да ебана. Ладно, давай быстро пройдем это. Не-не-не, это легкий уровень. Мы реально. Но были ты же в конце. Говорил, что ты нормальный. Смотри, это дело в том, что мы хотим быстрее пройти, все быстрее. Давай еще. Ну раз, пока что ты факапишь. Смотри, нет, стой, смотри, я сейчас держу эту вагонетку и держу. Я держу. Что именно? Я факаплю. Я теперь факаплю. А, я забыл. Стой. Все отлично. Как? Идеально. Неважно. Perfectly. Как угодно вообще. Смотри, здесь главное оттолкнуться не отсюда, а отсюда. В тайминг. При помощи божественного толчка. Обрати внимание, абскос. Вот как бы сядь на эту Сам штучку. Ты абскос. Слушай, вот, умоляю тебя, вот в этом этапе. Вот сейчас, не заруини. Да ты что, тебе нравится боль? Скажи. Да. Боль теперь мой товарищ. Мой друг. Это всего лишь 200-я попытка. Ну ты, блин, как не напоминай, пожалуйста. Сука. Легкий уровень. Поехали. Дай мне первому. Иди. Я спокойно. Вот. Так иди. Все. Я держусь. Поехали. Едем? Допустим, мы обрыв этот перепрыгиваем. Дальше смерть. О, нет.
есть. Дальше, дальше. Нормально, я еду дальше. Не воткнись головой. Все отлично. Смотри, вот морковка уже у меня. Хорошо. Прыгать мне на кнопку? Нет, на нее нужно просто накатиться как бы жопой. Хорошо, но я к тому, что я накатываюсь сейчас, а да? А что так, чтобы... Накатись жопой. Я не зафакаплюсь. Там еще один шип. Все, не умри здесь, не умри. Я прохожу здесь. Шип. Всего лишь я прохожу не шип. Умри. Я сделал себе больно. Я уже верил. Это тест на дружбу. Блять, не ломай предметы. Не ломай, я ударил себя два раза. Ладно, я уебок. Я гондон. Я тварь. Я не заслуживаю нормально. Забыли. Все, это только мешает. Все отлично. Все замечательно, все отлично. Вот и все в порядке. Смотри, все замечательно. Куда мне сейчас? Ага, я перепрыгиваю этот уступ. Все хорошо. Прекрасно. Ага. Великолепно. Я вижу портал. Я запрыгну. Это последний, Аркаш. Аркаш, это последний. Не переживай, не переживай. Иначе трибунал, иначе расстрел. У меня все хорошо. У меня тут морковка. Шип не мешает. Но я не зафакаплюсь. Я на трех ногах стою. Все. Боже. По-моему, у меня аппендикс рассосался. По-моему, у меня что-то в трусах. Лишнее. Очередная карта. Ладно. Я просто прыгну в этот омут с головой, блядь. Ого. Вот это ты, блядь. Здесь важен хороший угол и правильный прыжок. А мне важно, чтобы здесь повезло. Это не тот раунд. Блядь. Смотри, как тут нужно сделать. Я уже понял. Смотри, как тут нужно сделать. У тебя пульт как у Морти, что ли? Я не понимаю. Смотри, что тут нужно сделать. Я все понял. Я надеюсь, вы наслаждаетесь этим видео, ребята, потому что... Есть ощущение боли, да? Вот играть спазм какой-то, да? Сотый час в это. Ну, не сотый, но третий, по-моему. Я весь мокрый. Просто вот... Вот. Прекрасно, прекрасно. Я хулиган. Вот это и прохождение. Вот это мы... Я заберу морковку. Слушай, не торопись только там в конце, не торопись. Там действительно как будто невозможно. У меня перекосоебило. Все, забудь. Все обнуляю. Там забаговало так, что... Я отказываюсь верить в произошедшее. Нет, не, умоляю. Да, там было просто очень забаговано все. Просто я без морковки. Но это невкусно, без морковки. Ладно. Мне трудно это принять, но я хочу закончить этот раунд. Одну минуту. Для большей эффективности я предлагаю вам одеть наушники. Это говорит заяц сейчас или нет? Не говори слово уши. Однокоренные слова уши. Тогда никакие звуки вас точно не смогут побеспокоить. Не говори слово беспокоить. Приглушите свет и попросите близких вас не трогать. Не трогай меня. Нет. В детстве нас могли затыкать, потому что мы мешали или были не вовремя. Рождены. Заткнись, замолчи. Запоел. Не понимаю. Почему мне грубят? Почему со всех сторон прилетает? И так плохо. Медитация кончилась? Я ее закрыл. Я справлюсь. Что ты сделал? Что? Что? Нужна медитация, срочно! Мне нужна медитация, я ничего не понимаю! Ладно, хрен с этой морковкой, пошли. Хрен с этой морковкой, просто... А у меня тут это... Ты в вагонетке немножко. Нормально, я миновал. Все, ладно, черт, этот уровень... Пока. Новая карта, новые травмы. Хуёсик мне под носик. Это что за карта? Она сложная? Это сложная, но не самый. Знаешь, я не хочу себе делать больно. Я хочу пройти ее быстро. Я не... Скажи, насколько ты мощный? Ты что, Геркулеса косплей? Что за хуйня с тобой происходит? Давай быстро пробежимся по этой карте и все. Фу.
Это же сводит с ума на каком-то новом уровне. Нет, тебе нужно дышать солями какими-то. У меня, я не знаю, раздраженность какая-то. Потому что это без конца. Это без конца. Это без конца. Это без конца. Это просто снова и снова и снова. И ты опять... Я пять, я прыгаю, и ты умираешь. У меня все откатывается. Я умираю, у тебя все откатывается. Как же это бесит. Ты все? О, как спокойно. Давай медленно проходить. Размеренно, уверенно. Это не уровень, это уровень! Это вышка, до которой никак не могу дотянуться. Мы это сделаем, мы это сделаем. Я не могу, давай мне так. Больно уже. Не станем с компа до тех пор, пока не пройдем этот уровень. Вот это я понимаю. Давай, мы не закончим с этим дерьмом, пока не закончим с этим дерьмом. У меня получится. Буду держаться. Все, давай. Давай. Ого, агрессивно. Это я сейчас вслух рыгнул, да? Потом. Вот это танцы. Как я ненавижу этого человека, который создавал этот уровень. Поверь, это не самый сложный. Верю, чертов верю. Уровень. Но я уже его ненавижу. Там есть настолько более сложный все, уровень. Все, все, идем нах. Так, хорошо. Аккуратненько. Не торопясь. Более чем. Не торопясь. Я пройду вперед. Зачем? Давай я вот зачем вот мне эти... Мне вот, потому вот, что не, я... Не надо геройствовать. Но я лучше пройду это. Да, не верю. Забудь. Нихуя себе. Вот эта попытка наша решает. Как же мне плохо. Я хочу блевать зайцами. Несквик, хочешь? Если я в магазине увижу шоколадного зайчика, я ему морду продавлю пальцем нахуй. Держись, держись. Я здесь прохожу сам. Давай. Теперь я. Нет, не теперь, а жди. Давай, прыгай. Ты здесь упал. Я помню все случаи, где я потерял пару нервов. Все места я помню. Я хочу, чтобы сейчас, если что, ты схватил меня. Никаких резких движений. Ничего дерзкого. Хорошо, хорошо. Главное. У меня было столько времени. Кажется, я схожу с ума. Возненавидеть, простить, принять. Знаешь, типа, и быть готовым начать заново. Мы зашли до вагонеток. Сделай красиво. И стой. Мы должны... Нет, мы должны поменяться местами. Спустись назад. Хорошо. Все здесь должно пройти аккуратно. Стой здесь. Держусь. Стой здесь. Давай. Есть. Стой. Есть, умоляю. Не схватился. Ты должен будешь сделать все сам. Да. Ты должен будешь все сделать сам. Да. Какая хуйня. Не переживай. Не делай так, что ты делаешь, блядь! Остановись! Да для меня это обычное дело, блядь. Я же тебе говорил, что я так умею делать. Сердце. Стой. Паранойя. Кроличье сердце, стой. Ты больше не сможешь, как я сделал, пройти вот так вот весь путь. Просто всегда спамить W. Стараться находиться вертикально и спамить, как долбоеб. Но при этом балансируя как бы в вертикальном положении. Но это почти безумие. Это почти невозможно. Что будет, если я совершу невозможное? Как мне лучше первый прыжок сделать? Просто как угодно, потом просто вот так вот, понимаешь, просто спамишь очень быстро на веб. Главное стараться всегда стоять на одном, типа, всегда... Ты даже понадеяться не дал мне, блядь! А
опять эти ебаные сферы. Я нет, я мне плохо, я, на меня давят стены. Я слишком долго нахожусь в этих катакомбах. На меня все давит. Мне плохо, мне душно. Похоже на клаустрофоба, реально, который в лифте застрял. Говорю тебе, мы уже в 500-й раз здесь. 501-й. Это мой прожог был... Может, больше. А по шарам я уже прохожусь как эксперт. Я уже руками не хватаюсь. Ебать. Согласись, из глубины души тебе нравится. Ты что, мазохист, блядь? Ну, я уверен, что дело внутри тебе нравится. Нет, просто нет. Где-то в районе. Ну, я смеюсь, конечно, но я давно хочу... Сжечь себя, блядь. Блядь, блядь. Я всем своим кроличьим сердцем презираю и ненавижу эту игру. То есть ты хочешь сказать, что никогда больше ты не зайдешь в эту игру? Но я, к сожалению, могу поменять свое мнение и сделать это в худшую из сторон. А что в данном случае худшее? И еще одно видео по этой игре, боже упаси. Да, то есть ты можешь себе представить такой исход. Ты одеваешь видео, если прям случайно... все подписчики такие, вау, мы любим, как ты погибаешь у нас на глазах. Я такой, ну блин. Стареешь, реально времени. На этом этапе у тебя все получалось. Всегда, все, жду внизу. Ключевое слово «внизу». Считаю, что мы уже на вагонетках. Считаю, что мне стоило считать, сколько раз ты это уже говорил. Хорошо. Супер-тупер. Я. Головка от морковки. Да, я первый. Хорошо. Я, если я не пройду, то все зря. То все зря. Первую прокатываешься, вторую прыгаешь, но с максимальным так надо. Угол. И ши... Да. Как это волнуется? Да. Слушай, ну я не так прост. Я кое-чему научился сегодня. Все, давай зацепимся за первую вагонетку. За первую. Идеально. Подними сраку! Ого! Не так сильно! Да, блять! Мы застрянем посередине! Тише, балансируй. Раскачать так. Надо раскачивать. Раскачивать что? Вагонетку. Бей меня, бей ногами, Прыгай! Я за морковкой. Я тебя заблокирую везде, если ты это заблокируешь. Я перестану с тобой общаться. Я порву все связи, разорву все сигналы, сотру все воспоминания. Приключение на 20 минут. Да, 20 минут туда и обратно. Ладно, ты же погибнешь. Хорошо, нет, хорошо. ты погибнешь. Это риск? Это пиздец, это не да? Риск. Это прям супер страшно. Голова кружится. Ладно, запрыгивай. Пожалей деда. Запрыгни. Нет, ты первый, запрыгивай. Давай. Точно? Да. Давай на счет 3. Давай. 1. Наконец-то это... 2. Закончилось. 3. Пошел за морковкой. Нет, я не могу на это смотреть. Все, стоп. Дебил, блядь, стоп. Стоп, дебил, блядь, нахуй. Триггери их аккуратно. Не торопись. Стой. Уж как плохо. Стоп. Просто остановись. Я тебя ненавижу. Я тебя-то буду припоминать очень долго. Я мокрый. Стой, я просто... Без резких движений. Да стой. Я просто налью себе чаю. Ты меня смешишь, у меня слезы текут. Так успокойся, давай успокоимся. Послушай, как течет ручей. Тут их очень много. Бля, мне плохо. Нет, я отказываюсь верить в то, что ты такой ублюдок. Я сделаю это, серьезно. Смотри. Да, вот так вот. Решай вопросы, проблемы по мере их наступления. Вот это хуйня мне мешает еще. Не, оставь, он воткнут, оставь его. Нет.
Ты чуть не порезал себе ноздри. Оставь. Перепрыгни. Я хочу это достать все-таки. Вот так поставить. Во, вот так поставил. Все. Ого. Что ты делаешь? Затриггери следующий шаг. 3, 2, 1. О! Не воткнись, они еще опасные. Пожалуйста. Понимаю. Я не верю в происходящее. Здесь шип. О, нормально. Я как будто в финале мажора. И счет 15-14. Без морковки было бы не то. Боже, дофамин, как хорошо. Ой, как хорошо. Следующий уровень, Морти. Иди ты нахрен. Спасибо за просмотр. Это видео должно было закончиться именно так. Иначе бы мы никогда не перестали играть в эту игру. Здесь был Гребаный Барбок. И на этом все. Увидимся в следующую пятницу. Пока-пока. Что ты делаешь? Давай ты. Я заебался. Если ты переправишься, тогда я буду пытаться. Хорошо. Меня устраивает такой подход.